Принял радиограмму с первого этажа. У них очень жарко. Бейкер 2 не отвечает. Куда все подевались, черт? Мы потеряли двоих. Видишь цель? Лучше бы нас оставили в покое. Подтверждаю, цель в этом районе. Будьте начеку. Внимание всем! Браво, Фокстрот! Заходим внутрь! В укрытие! Прикройте меня! У нас гости. Хорошо, это наемники. Но не сами же они сбились в команду. Это больше смахивает на небольшую армию. Первый раз такое вижу. Никаких имен, документов. Ничего. А на нас у них все было. На меня, тебя, Петерса, Чена.
Не знаю, кто они, но это одна шайка. Чем больше я на это смотрю, тем меньше мне это нравится. Я чувствовал, как она входит в их мысли. Она отыскала меня здесь. Можешь себе представить? Я от нее. Меня пытались защитить. Глупцы. Она была моей матерью. Кончайте, ублюдка. Убить его. Куда это мы собрались? Уничтожить его. Готовь гроб. Рассказывал о моем брате. Ты на него похож. Он мне тоже не нравился. Я не видел своего брата до того дня, когда он убил меня. Немедленно выпусти нас из хранилища. Ты же не хочешь этого? Сэр, Пактон Феттл вошел в сектор. Не слушай его. Не упусти его. Открой хранилище. Мне нужно пройдешь. Окружаем. Видит.
Сэр, вход открыт. Заходим. Мы его сделали. Эвакуировать район. Я тебя предупреждал. Это не твое дело. Уходи.